И всем доброе утро, всем! С вами Кукотик, мы играем в Star. И Бабу! Мы в прошлый раз тут остановились, я не помню, как сказать. Защитите лемуров! Это же защитили лемуров. Я даже не знаю, что делать, как пойти. Меня научите. Так, кушать. Мало, мало, кстати. Если бы не я, от лемуров остались бы только воспоминания. Стоять, куда ты? Это явно не курорт, а чёрт. Сколько еще напастей смогу вынести? От лемуров остались бы только воспоминания. Фусы, что с вами? Кажется, фусы хотят напасть сверху. Попробую!
Да я ору, потому что у меня ничего не получится. Подожди. Фу. Если бы не Лемуров остались бы только... Извините меня! Это явно не так. Ох, я даже не знаю, сколько еще напастей смогу вынести. Эти вкусы не просто крутые, они... Вкусы, что с вами? Ой, нужно поглядывать вверх, чтобы не упустить вкус. Фу, блин, я не знаю, как играть, но... Не знаю, как пройти. Защитите лемуров. Защитите лемуров. Идите отсюда! Остались бы только воспоминания. Спешите, если я хочу выжить. Эти злобные, они очень злобные. Держи витамины, Фуса. Кажется, Фусы хотят напасть сверху. Если бы не от лемуров остались бы только воспоминания. Фусы, что с вами? Если бы не я, от лемуров остались бы только воспоминания. Это явно не я. О чем я только думал раньше? Какие там мусы, сам Буся.
кажется, вкусы хотят напасть сверху. Ну да я не могу без них. Держи витамины, Фуса! Эти... Быстрее! Очень злобные! Мы почти закончили! Ура! Если бы не я, от лемуров остались бы только воспоминания! А тут кто это чё? Что с вами? Кажется, не хватает пары лемура. Ура! Ну наконец-то! А я бегал в угол. Используйте! Еще. Подождите. О, приятель! Вот сюда. Ай. Огромным морковкам нравится. Задайте вратам кнопку. Да я не умею играть, я хочу. Глория! А, не будем это проходить потом. Так. Давай, покажи им! Здесь так гигиенично. Кажется, это... Мелман, Ноги. Ноги.
Ничего себе! Ну, потом с боем пройдем. Так. Привет, Марти. Мне нужно идти в свой счастливый мэм. Уголок. Да, я такого не видел. Ладно. Видимо, это латыкаться. Чё-чё? Это я, наверное, купил. Боюсь, только лев сможет мне помочь. Найдите Алекса. Найдите Алекса? Что это за перец, Алекс? Ты же знаешь, детка, это я. О, найдите цветы. Потом синий-синий цветок. Синий-синий? А теперь свежий-зелёный. Где же боровинок? Мне нужен боровинок. Ты ведь знаешь, как выглядит боровинок. Такой теперь к зеленопеннику. Он очень похож на боровинок, только светло-зелёного цвета. Осталось ещё пара цветов. Пойдем к тому дивному серому цветку. Я знаю, ты стар. Спасибо, не надо, мадам. Я вот отсюда. Покажите! Давай попробуем. Эй, Глори! Хорошо выглядишь! О, ты? Смотри, куда идешь! Морковкам нравится задать вратам трёх.
Огромным морковкам нравится в этом саду. Задайте кротам. Подождите. Если ты не понял. И легко. Странно, что-то не ловко. Это ненадолго. Глории нужно поспать, чтобы восстановить румянец. Марти взялся за дело. Давай, Марти, сделай это! Я бы хотел обратить... Воспроизведите яркую раскраску грибов. Хотел бы тебе помочь, но это невозможно. Большие звери не плещут умом, верно? Еще раз! Я бы хотел обратить... Воспроизведите яркую раскраску грибов. Хотел бы тебе помочь, но это невозможно. Подожди, да что-то.
бы хотел обратить. Воспроизведите яркую раскраску грибов. Извини, что не могу помочь, но ты должен сделать это сам. Большие звери не блещут умом, верно? Еще раз. А почему не ты, Марти? Направим Глорию. Найдите Глорию. Найдите Глорию. Забей и не парься, старик. Не принимай все так близко к сердцу. Я не могу забить и не париться. Направим Глорию. Найдите Глорию. Этой природы я становлюсь таким желчным. У меня даже кожа пожелтела. Королевская креветка? Господи, от этого стоять... Простите, просто моя мама пришла. Вот за это я остановился. Так. Алекс, меня атакуют патогенные микроорганизмы. Да, главное не перепутай. Где это подтабличка был? О, это и правда что Алекса. В этом гроте заберите лук. А я не взял. На этом острове едят только овощи и фрукты. Никто не хочет сочную отбить. Ты
что я за чем-то. Ай-яй. О, найдите цветы. Я иду. Потом синий-синий цветок. А теперь светло-зеленый. Где же боровинок? Мне нужен боровинок. Ты ведь знаешь, теперь к зеленопеннику. Он очень похож на боровинок, только светло-зеленого цвета. Осталось еще пара цветов. Пойдем к тому дивному серому цветку. Наконец, черный, черный, как ночь цветок. Где самый? А, я не успею. О, найдите цветы. Потом синий-синий цветок. А теперь светло-зеленый. Где же боровинок? Мне нужен боровинок. Ты ведь знаешь, как выглядит боровинок. Такой светло-фиолетовый цветок. Теперь к зеленопеннику. Он очень похож на боровинок, только светло-зеленого цвета. Осталось еще пара цветов. Пойдем к тому дивному серому цветку. Ай. Ай, я не умею. Ай, я. Не вышло. Может, по... Вон, завтра снова раз. Продолжим. Почему мне это хватит? Завтра продолжим. И всем пока. До скорых новых встреч.